С 16 февраля в Чебоксарах изменилась схема движения 11 маршрутов общественного транспорта. Все ли горожане знают об этом? Напомним, что коррективы были введены по просьбам жителей столицы. Об этом говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. Этим утром на остановке общественного транспорта вышли специалисты районных администраций. Задача – проверить обновленную схему в действии. В целом, видно, что след было переформирование, но если так сказать, что процентов 10, наверное, пришлось напоминать, что маршрут поменялся. Помогло во многом еще наличие пилонов информационных на самих остановках, что маршруты какие-то поменялись. 309 человек всего было опрошено, из них 28 человек не знали то, что некоторые маршруты были изменены. Да, менее 10%. Общественный транспорт с утра работал без сбоев и по графику, рассказали в отделе транспорта. Мониторить ситуацию на столичных улицах будут и дальше. Прошу продолжить работу в этих вот группах правильно. И очень прошу туда привлекать депутатов по округам, которые работают тоже, в том числе и по изменению схемы маршрута с горожанами на своих встречах. Работу надо обязательно завершить. Естественно, мы не сможем удовлетворить каждого. К этой схеме надо привыкнуть, должно пройти время, но тем не менее надо стараться, чтобы все прошло максимально оптимально и эффективно. Спасибо.